Всем привет, дорогие друзья, с вами Флан, и сегодня я продолжаю проходить Far Cry Primal. В прошлой серии мы освободили этот аванпост, и в этой серии я думаю идти на охотницу Джейму, следующий светлячка, чтобы добыть большого лося для Джеймы. Пойдем, наверное, вот отсюда. Так, называется, сейчас посмотрим, сколько нам идти до сюда. 1200, ё-моё. Извиняюсь за сильные лаги. Стоять. Куда? Так, сейчас мы, во-первых, еще зажгем костерок. Если нам дадут это сделать, дадут. Так, там наш аванпост. Ага. Хорош. Хорош. Тихо, тигри. Дио, ты чё крычишь? Ты не надо? Все нормально пока. Отдохнуть там не надо. Тайник, значит. Так, нам срочно нужна древесина. Ладно, побежали. Мясо, блин, вот мясо как раз дофига. Нету именно вот. Чё орёшь? Не, подожди. Тихо, это наши идут. Здорово. Так. Так. Хорош. Так, мы, наверное, с этой стороны. А это что там? А, это камни, тьфу ты. Крокодайл. Серьезно? Да ну. Готов. Крокодайла мы вынесли. Еще одного крокодайла мы вынесли. Взяли тростник. Опа, кабан идет. Кабан, да? Кабан. Здорово, кабан. Так, кто там такой? О, правильно. Все, хватит тебе. Стрелы, хорошо, что мы можем так много делать сейчас. Кто с кем там? А, это наш там с ним. Подожди, кто это там? Секундочку. Кто там такой борзый-то? Я понять не могу. Тут есть какое-то животное, которое я могу приручить, или мне показалось? Так, стрелы мне, пожалуйста, верните. Это топиры. Подожди. Меня очень интересуют кабаны. Так, кабан, ты чё, совсем? На кого лезешь-то? Так, нам нужно срочно нужна древесина. Так, это опять там эти, да, ходят? Ладно, хорош. Убей его. О, делов-то. Там кто с кем? А, это местные ягуары. Здорово.
О, спасибо за шкуру. Так, ну-ка, отгони его. Вот этого вот. Ты... Кабан, ты, по-моему, что-то перепутал. Так, хорош. Так, все тихо. Можешь больше не отгонять, нам хватит пока. А по карте мы чё? Начинаем заходить во вражеские территории. Хорош. Нет, ты посмотришь, как много здесь этих ягуаров. Волков вон даже меньше. Ты чё? Держи. Чтоб не скучал. Пошли. Спокойно. Это чего тут? Злая роща. Фига себе роща. Зачем я это сделал? Не надо. Шкура козла. Это ты сейчас сделал? А, нет, это волки сделали. Так, а нам чё? О, правильно. Обосрались и убежали. Так, стоять. Вот этот волк мне нужен. Вот этот волк мне нужен. Северный кедр я возьму. Мне нужен вот этот волк. Так, только подойди. Так, это какие-то неправильные волки. Северный черный камень. Так, спокойно. Вот этого тоже взять. Шо отсюда? Ты... Че там, блин? Так, и что мы сделать можем? Копье лучшее. Да, давайте сделаем. О, теперь нам нужен южный клен. То есть и так на юг идти. Так, теперь у нас вот так копье, да, выглядит? Держи. Хорошо поработал. Так, а это что за возвращение тут? О, правильно, вот этого вот. Давай. Все, красава. Вожак, братья, ноги, палки. Так, и здесь мы что теперь можем сделать? Теплую одежду, да. На 10 минут защиты от холода. Так, товарищи, это... А мы куда-то... А, нет, это север считается почему-то. О-о-о! Кстати. Ну-ка, отошли. Так, северную глину мы взяли. Фига себе, тут мамонты. Так, мамонты. Ё-моё. Ты посмотри, как бушуют-то. Ну-ка, вот этого вот. Угроза. Уничтожена, мамонты. Они, видимо, между собой, да, отношения выясняют. Так, дело, пошли-ка мы... Не буду я тебя лечить до такого количества. Пошли-ка мы с тобой вон лучше сюда. Здесь какой-то мамонт. А я могу мамонт уже сюда, правильно? А, нет. Это не молодой мамонт, что ли? Тьфу ты. Так, там эти успокоились, наверное. Успокоились. 500 метров осталось. Хорошо. Так, ну-ка. Фига себе тут. А это аванпост, да, какой-то? О, аванпост у меня с пики. Средняя, давайте возьмем. Почему бы и нет? Северный черный камень. Так, ну давайте, что ли. Подожди. А у меня... Есть. Вот, сейчас хорошо. Так, есть
Один гражданский, я так понял. Один гражданский. Вот это... Так, вот этого черта надо будет сразу снести. Здесь их два таких, ты посмотри. Так, а здесь на посту никто не стоит, да, я так понял? В округе. Ага, здесь еще товарищ стоит. Так, вот этого вот снести. Который ближний, наверное. Какой он? Вот этого снести. А вот эти сейчас сами сдохнут. Так. Этих сейчас... Готов. Хорош. Это женщина какая-то вот. Фу ты. Ну ладно. Так сказать, я не специально. Так, ты там что, разбираешься, нет? Вот этого вот. О, рассвет уже хорош. Он там бежит, нет? Фига себе, тут тигри. Тигри, по-моему, бить начинают. Так, тигре надо это, сматываться оттуда потихонечку. Спокойно. Тигри бьют пока, но не особо сильно. Вот этого давай. Вот этого давай. Я надеюсь, последний. Ну и вот этого давай. А, нет, еще кто-то есть. А, нет. Все, что ли? Тьфу ты. Одним тигром все можно зачистить. А вот пес мясо пики. Неплохо. Плюс 500 и плюс еще 1250. Численность свинь же увеличилась. Кто там орёт? Так, 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 так. Что бы выбрать? А, ну давайте, наверное, подкопим на наездник на мамонте. Так, товарищ, вы можете, наверное, ко мне не спускаться так уж сильно. О, ладно, хорошо. Он пост мясо пики. Еще один навык, что ли, серьезно? Два. Давайте возьмем тогда на мамонте кататься, чтоб. Ладно, хорош. Так, а теперь у нас интересно. Высокая. И средняя. Высокая. Ладно, хорошо. А кожу я могу содрать, нет? Видно, нет. Мясо я возьму. Так, ты заслужил. Кушай, Кеша. Точнее, Бранду. Сейчас я все вот это наберу. Не могу взять что? Да ну что врет-то? Да зачем ты? Мясо же тут можешь взять? Можешь. Вот. Кости тоже можешь взять. Мясо можешь. Вот здесь мясо можешь взять. Все мое как бы. Я захватил мое, значит. Точнее, племени Винджи, а я у них предводитель. Так, что тут? О. Давай сюда. Шкура бурого оленя. Ой, бурого медведя, оленя. Так, души. На, еще не доел, что ли? А
Пойдет, нормально. Здесь что ли висит? Ай, блин, давай копьем скину. Ну куда ты улетел-то? О, звериная шкура, хватит. Так, это значит сломать. Шанчи, Най! Мать, ты куда бежишь-то? Это свои. Ты чё пугаешь-то их? Где? Взял людей, испугал. Да Най, Най, это точно они по-русски разговаривают? У нас не Най. Так, а я понять могу, где у меня тайник здесь? А, здесь его, видимо, нет. Ладно, прошлите тогда сразу на задание. 500 метров, точно так же. Тьфу, блин. А, нет, есть тайник. Кто сказал, что нет? Есть. Так, хорош. Беру, 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 беру. Беру, беру. Возьму, возьму, возьму. Возьму, возьму. Так, что-то изготовить могу. О, длинный лук. Длинный лук не самое быстрое оружие, но он наносит большой урон и позволяет лучше прицелиться, обеспечивая отличную меткость на большом расстоянии. Так, смена оружия. А, это мы уже знаем. Ох, ё-моё. Это что, перекати поле? Фига себе лук. Пучецкий называется. Ладно. Хорошо. Давайте тогда сейчас возьмем вот эту древесинку, которая здесь находится. Это что у нас? Кедр. Поехали на задание. 400 метров, как-никак. Хорош, ладно. Лук так лук. Так, это черное пятно мы забрали. Опа. Кровь Уруса. Чего мы можем? Метать нож. Метать ножи и растить его врагов, чтобы они в безумии начали падать друг на друга. Вот. Это по-нашему тоже. Так, здорово. Я у вас возьму. Тамша, тамша. Не, ладно, подожди, давай возьму все-таки один. Не, не жалко. Ради одного я готов на все. Редкий северный кедр. Кто там бегает опять, я понять могу. Ну-ка, подожди. Сейчас попробуем новый лук. Так, ну-ка. Серьезно, с одной стрелы? Ладно. Это прикол был или с одной стрелы реально убил? Так вон же лось, пошли вот этого зафигачим. Это что, небольшой лось, что ли? Ладно как. Господи, тебе что, есть не дают? Я конечно понимаю, что у тебя там уж игрушек никаких нет, как у современных котов. Но все равно. Зачем же ты человека таскаешь? Так, ну мы возвращаемся куда-то ближе к югу, я так понял. Так, южный камень. Точнее, красный лист я возьму. Северный черный камень я тоже возьму. Кедр я тоже возьму. Так сказать, пусть будет. Так, еще один черный камень будет не лишним. Все, давай. Северный черный камень. Так, 200 метров осталось. Хорош. Всю серию уже бежим. Здесь еще что-то. Вот смотри, проверяю, лагерь свежей плоти. Это, подожди, это аванпост какой-то? Да нет. Так, вот смотри. Ага. Так, от свои. Ну-ка, пошел нафиг отсюда. Все, что ли? Тьфу ты. Я-то думал... Какие-то тут против...
Ладно. Не будем мешать, так сказать, сородичам. Дио тут охотится. Добывать пропитание. Как это еще можно назвать? Так, вот смотри, это враг? Нет. Опять смотался, видишь? Боится нас, боится. Так, 70 метров, хорош. Но я не думаю, что вот это вот север считается. Не думаю. Здесь это не похоже на него. Хотя, каком-то... Вот смотри, опять тигры. Так, это хорошие тигры. Вот смотри. Да, реально. Одной стрелой убивает. Так, ладно, тигры, тигры. Возьмем сейчас лист. Так, как тут? Костер. Хорош. Что такое? Северный желтый лист. Так, ну, окей. Большой войск корчится только ночью. Дождитесь темноты или дохните у костра, пока не наступит ночь. Серьезно? Только ночью? Хорошо. Без проблем вообще. Ночью так ночью. Так, давайте-ка мы, во-первых, разведем костерецких здесь. Ушли нафиг отсюда все. Бегают они тут. Мешают мне записывать для вас серии. Так, подожди. Бомбу сделать надо. Почему бы и нет? Так, хорош. Ну и все, тогда спим до ночи тогда, что ли? До заката. Окей. Хорошо. О, вижу. Светлячки какие-то. Хорош. Пошли, что ли? Так, значит. Следуйте за светлячками, чтобы добыть большого лося для Джейми. Задание доступно только ночью. 750 к опыту. Давай. Большой лось. Так. Оси кормится возле светлячков. Хардаш, идите за светлячками. Так, иду. Глина тоже не помешает, в принципе. Пошел за светлячками, так сказать. Как и просили. Так, ладно, тут нет светлячков. Надо чисто по ним дойти. Не, ну... Грех не собирать ресурсы-то. По пути. Когда есть прям возможность такая. Ручей охоты на хауче. Ага. Подождите большого лося. Ждем. Есть курить. Так, это олень. Упаньки. Удам охотится на большого лося. Убейте лося и снимите с него шкуру, пока это не сделали Удам. Так, ну давай, что ли. Начнем. Так, спокойно. Так, давай-ка. Так, вот этих товарищей надо сразу поснимать. Есть один. Есть второй. А где лось? А где лось? Я спрашиваю тебя, где лось? Ты что, смеешься надо мной? Я тебя спрашиваю, где лось? Спрашиваю, где лось? Хватит. Я еще раз спрашиваю, где этот лось? Ты что, смеешься надо мной? Вот сюда куда-то, чтобы убежал? Это от него след идет, нет? Или мы сюда так шли? Нет, мы сюда, видимо, так шли. Удав напали на большого лося.
Где напали? Я тебя нападу сейчас. Где? Вот ось. Держи его. Стоять. Стоять, сказал. Ты что, смеешься надо мной? Держи ося. Блин. Ты посмотри, а. Побежал, побежал. Да ты посмотри, а. Давай, 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 давай. В атаку. Давай, давай, давай. Подожди, копьем надо. О, делов-то. Так, ну-ка. Я пошутил. Так, освежу тебе большого лося. Большое лось завершено. Нет, ты смотри, лосина какая. Так-то. Так, на. Все. Так. Ну и что мы имеем в этой области? Костер. Два костра. О, сигнальный костер Гварашнара. Раз. Высокая. Высокая. Очень высокая. Так, а здесь мы теперь чего? Можем поговорить с Джемой и с шаманом. О, этот шаман меня скоро достанет. Так, давайте телепортируемся тогда. Так сказать. Ага. Копье есть. Так, ну и что нам? 300 метров еще шагать, что ли? Называется, блин. Чё ж они там так разорались-то? Здорово! Таретки нет, ну-ка, вольника. Вот, смотри. Побежали, блин. Ты... Главное, своего не попасть. Ай, ладно. Фиг с этим оленем. Ты... Ну-ка, отошли отсюда. Вот, опять такая лосина, смотри. Здорово, лосина. Побежал. Вот, смотри, мама. А давай на маму тебе рвемся. Ну, подожди. Давай на маму тебе рвемся. Смотри, сейчас сначала... Всех посмотрим, кто где. И ворвемся на мамонте тогда. Сейчас стукача, главное, вынесем. Выносим в стукача, и тогда все. Ну что, один тут, что ли? Нет. Ну-ка, подожди. Вот смотри, сразу троим сейчас кидаю. Фу ты, блин. Не, ладно, давай все равно заедем красиво. Ну-ка. Оседлать куда? Куда? Так, ну-ка. Заедем, так сказать. Красиво. Блин, ну аккуратней надо быть, мамонтенок. Сигнальный костер Гварашнара. Да, это мы уже поняли. Так, ну-ка. Так, а теперь берем вот так делаем. И поджигаем. О, сигнальный костер 600 очков. А где мой мамонт? Куда? Ты подожди, мамонтенок. Ты мне еще нужен, между прочим, будешь. Так, здесь все. Сланец мне не нужен. Навык мне дали. Так, ну, здесь пока мы ничего не будем брать. Ладно, давайте тогда закончим. Вот на этом моменте, так сказать. Чтоб у нас мамотенок вот так был. Блин, тигри. Иди отсюда, ж тигри.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах, добавляйте меня, друзья, в Дискорде, ВКонтакте. Ссылочка на канал моего друга Игоря будет в описании, также на наших спонсоров, Дискорд сервер Хуйшное Королевство, заходите туда, проявляйте свою активность, точно так же комментируйте, ставьте лайки. Ну ты куда пошел? Тебе не понравилось? Ты это... Вот, с вами был Фландри, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.